Citrus. Гаджеты и аксессуары. Всем привет, это Гаджетариум и с вами я, Руслан Самоваров. Сегодня я расскажу вам, как сэкономить при покупке iPhone. Refurbished аппараты – это международная практика продажи смартфонов, которые по каким-либо причинам были возвращены в фирменный магазин производителя в течение установленного законодательством срока. Как правило, это 14 дней. Какие причины? Не понравился цвет, оказалась сложная операционная система, iPhone почему-то не варил кофе и так далее. После этого смартфоны отправляются обратно на завод Apple, где проходит полную диагностику. Меняется экран, корпус, клеятся фирменные пленки и отправляются обратно на витрину в refurbished упаковке. У вас айфоны есть? Да. Новые? Конечно, новые. Вы думали, это так происходит? Вовсе нет. Давайте распакуем обычный 5S и refurbished в Slim упаковке. Помимо упаковки и комплектации, разницы нет никакой. Вот refurbished, вот обычный. Вы часто носите с собой упаковку от смартфона? А теперь на столе. Вот refurbished, вот обычный. Вот обычный, а вот refurbished. А теперь где какой? Если зайти на официальный сайт Apple и ввести серийный номер устройства, то вы не увидите никакой разницы и удостоверитесь, что покупаете оригинальное устройство. Оба смартфона новые и не активированные, потому что это официальное предложение от компании Apple. Это полностью новый смартфон, но по цене намного меньше обычного. Citrus дает гарантию 1 год на refurbished аппараты и отношение к ним такое же, как и обычным. Начинайте экономить вместе с Citrus. Хорошего дня и яркого настроения! I'll whip it through the glass and